С чего начинается Родина? День белорусской письменности пройдет на выходных. Культурный праздник в этом году состоится в Белыничах. Программа стартует в субботу вечером. Участники республиканской научно-просветительской экспедиции «Дорога к святыням» совершают крестный ход по улицам города. Также запланированы встречи с белорусскими и зарубежными писателями. В воскресенье пройдут презентации печатных изданий. Могилевский областной исполнительный комитет, национальный организационный комитет сделал все для того, чтобы этот праздник был интересен всем. Всем гражданам нашей страны, всем гостям, которые приедут на нашу землю. Потому что это праздник, который объединяет любителей родного слова, родного языка, родной культуры. В Белыничах презентуют новый именной музей белынинского Беруля с обширной коллекцией работ всемирно известного живописца. Гостей праздника порадуют блюдами национальной кухни. Торжество развернется на более чем 15 точках. В дальнейшем эстафета Дня белорусской письменности будет передана Кополю.